сегодня проходят областные соревнования по легкой атлетике, по спорту пода, спорту глухих и спорту слепых. Общее количество участников сегодня 87 человек. Именно легкая атлетика года 3, значит, до этого карате занимался лет 5. Сколько у тебя процентов зрения левым и правым глазом? Левый где-то, наверное, 80-85, правый, ну, 2, наверное, я не знаю. Все это можно легко под себя подогнать, это можно, да? Компенсируется очень легко. У тебя по легкой атлетике разряд? Второй взрослый. Кем хочешь быть? У тебя родители врачи. Врачи. Папа сам, у него КМС по легкой атлетике, пушку в длину. Ну, как бы, я думаю, нормально спорт добиться результатов. Ну и пойти дальше, отучиться на врача. Ты сразу начал бегать или что ты делал? Прыгал, метал? Ну, бегать. Да, ну бегать, бег, прыжки. Не прям плотно жизнь связать со спортом, специальность. Просто не забрасывать, стараться. Продолжать заниматься. Самое сложное, что вот в легкой атлетике для тебя, например? Ну, бегать на большие дистанции. Сейчас 200 бежал. А марафон хотел бы, может быть, когда-нибудь? Или хотя бы полумарафон? Хотел бы. У нас по спорту слепых будет первенство России проходить в мае, поэтому отборочные являются. То есть в сборную команду области, да? Конечно, мы поедем в Чебоксары на выезде всероссийские соревнования, там уже формирование сборной России, отбор.